Приветствую вас на канале Пародея Чил. Это не мой канал, это канал с моими нарезками. Заранее поставьте на это видео лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые нарезки со стримов. Приятного просмотра. Работает. Мы сейчас закупаемся, а завтра утром плывем. Сейчас нужно закупить продовольствие, чтобы завтра времени тратить. Сейчас ждем Леху. Когда ремонт? Сейчас в офисе уже грунтуют стены. И скоро их будут тратить. Ты выжил? Нет. Короче, там в последней серии, в четвертой, которая выйдет эксклюзивно в моем телеграм-канале, Андрей Кокошко, короче, не дожил. Сюда, Лех Кокошко погиб в последней серии. Это так, ну, из веселого. А из грустных новостей, ну да, все выжили. Все хорошо, за исключением Андрея. Его варан загрыз, короче. Привет, 52. Бомбокляк! Рич! Миллионер! Рич! Миллионер! Бомбокляк! Бомбокляк! Ёб твою мать! Ну давай схожу на балкон. Сбегай, да. Вот как? Интересно. Вот интересно понять вообще физиологию человека и как это работает. Как прыщ выбирает место, в котором заспавнится. Вот просто из всего лица, из мест, где вот можно было скрыться, где можно было спрятаться, или где их не особо видно. Вот здесь он вылез просто вот посередине моего лица. Как эта рулетка работает? Как можно обмануть эту гребаную рулетку? Что, зеркало мне не выбил? Здравствуйте. Всем салам закинул и полечу. Давай, давай. Связь Маси. Как же дверями хлопать, как жалко машину, когда вот так. Вот на работу. Смена у него сегодня, он на ночную сегодня. Он нам стены шпаклюет, если что. Все, палка пришла. Где Костя? Монако, Монако, Монако. Смотри. По 10-бальной шкале. У вас слишком мало бензина, Алексей. Поискать автозаправочные станции в этом районе. Давай доеду. Я знаю, туда могу доехать. Ну давай доедем. Я же не могу доехать. Правильно? God damn. Бомбокляк! Рич! Миллионер! А чё за хуйня? Ломай-ломай, мы же миллионеры. Бомбокляк, рич, миллионер! Ебать, она хуярит, блядь! Ну, если мы лодку там не покупаем, то нам нужно, смотри, я хочу сапоги по пояс. Так. Но мы в них спаримся, если будет 30 градусов. Будет вот как сегодня. Зонтик обязательно, на лодку зонтик поставить какой-нибудь, чтобы солнце. Желательно просто насквозь вот так, сквозь лодку пробить. Зонт. Панамки, либо либо панамки, либо зонт. Панамки можно просто каждому брать. Вот, для рывка взять, слышишь? И за рулем, как дать ему. Ой, как здесь пахнет. Ну-ка. И... Ты же за, просто, блядь, всех подписчиков. Просто. Ты мистер, можно фотку и кружок в ТГшку. Ебать, это просто, да. Еще новый хайп, когда девочки подходят. Тик, можешь записать видео быстренько? Видео. Ладно. Поворачиваются и с тобой понял ТикТок вот этот. Не, больше. Гламур, блонды и брюнетки. Не, больше. Снять тикток на какой-то из съемок. И потом описание на этом видосе. Мой парень. Мы походим друг к другу. Бомбокляк. Бомбокляк. Бомбокляк! Вот такая чуть ли не сделала. Куда вы едете? Мы едем на концерт к Егору Криду. О, кстати.
Я хочу сказать, что если у Влада когда-нибудь будет женщина, эта девушка должна быть, мне кажется, что она должна быть богатой. Мне так кажется. Богаче для того, чтобы Влада? Он понимал, лично для него, чтобы он понимал, что с ним по-настоящему, типа, из любви, не за денег. Поэтому, девчонки, я вам крайне рекомендую сейчас реально делать стартапы, бизнесы, мутить как-то. ВБ-темочки там и так далее, если вы хотите с Владом встречаться. Ноготочки там, пирсинг. А у вас сколько? Давайте встанем. 15. Встанем, давайте, стопорим. Куда мы приехали? Магазин. Это не тот магаз, братан. А, оно. Мы еще с другой стороны заезжали или почему тут? Может, дом построили, пока нас не было. Не может быть. Слушай. Который нам не нужен. Бомба-бомба-фляк. Может, здесь лодку быстро возьмем еще? В том месте можно сплавиться, помнишь? Озеро вот это вот, в лесу. Он завтра за ней поедет. Блять, ёбаный рот. Завтра мы успеем протестировать, нам целый день плыть. И утонуть. Да. На рукавники. Какие на рукавники? Мне вот не нужны сапоги. Ну мне как, ты хочешь мокнуть? Рифовые тапки. Ты промокнешь 1000%. С чего это ты взял, что я промокну 1000%? Может, тебя скинет Горилыч. Мне нельзя скидывать, я болею. Мне нельзя в ледяную воду. Не-не, ну правда, мне нельзя в воду ледяную. Его это когда-то знал. Ну, правда, мне нельзя, Горилыч. Че, завтра плавать буду или что? Фонари, 100%. Вот, набор хавчиков, чтобы мы могли приготовить. Вот, газогорелка. Мы костер разожжем просто в лодке, нет? Смотри, явно нам нужны фонари. Мы должны высаживаться на берег и там перекус делать. Вотерфильтр, прикинь. Это что, можно воду из Москвы-реки пить? И вот сиденье в виде пи***ца. Неужели нам ничего не надо? Обидно, конечно, только полицию увидеть. Да это нам и так, нам пи***ца и так. У нас как двухместная лодка будет на троих, да? Да. Охуеть. Получается, все есть, нахуй. Завтра как же нам всего не хватать будет? Ну, пойдем нахуй тогда. Главное накачать лодку так, чтобы если мы на что-то острое наехали, она вот просто схлопнула. Как будет круто, если мы ко дну пойдем. Просто пиздец. Ну, в плане, лодка пойдет, а мы выплывем. Со всеми вещами, понял? Ну, вот, поход завтра собираем. Поход? Да. В смысле, поход, то вам, наверное, нужны какие-нибудь... Нам рифовые тапки нужны. Рифовые тапки? Да, мы... Поход, серьезно. Мы по этой, по Москве-реке, короче, решили отплыть. На самом деле, мне кажется, либо второй этаж, либо начало вот там вот. Завтра с утра, я думаю, где-то к часикам двум мы, наверное, поедем за город, куда-нибудь далеко от Москвы, где Москва-река протекает. И мы попробуем по Москве-реке вернуться вот за городом, мы попробуем вернуться к Москве, по Москве-реке. Но какое там течение? Может, оно ведет от, и мы вообще не сможем доплыть. Ну, как минимум, будет прикол, ладно, просто. Ну, тоже пойду, сука, туда. Иди в туалет. Да не зачем, я вот тут аккуратнее. Извращенец. Почему извращенец? Это природа, все, это все природно. Я делаю вид, что я себя снимаю. Я на себя переключил, Лех. Подожди, мне почесло. Это крем. Ты что, придурок, это крем, увлажняющий для лица. Подожди, я просто так дернулся. А, стрельнуло в плечо. Вот так на превьюшку залил перцовкой название видос. Да хватит, шо ты на... Да мне плечо очень болит. Реально больно. Бля, Лёх, ты номер спалил машины, придурок. Реально? Вырежься хотя бы. Уху 437-774, регион. Вырежься в нарез. Кто из Челябы? Я из Челябы. О, я тоже. Вчера стояли возле парка, тачка Сани стоит, и просто чел идет такой, смотрит там номера. О, а кто из Челябы? Саня говорит, я. Круто! И пошел. Как же ты его показал хорошо. Да ты ослина, ну зачем? Ну я теперь, сука, какие-нибудь школьники пиздят номер. Просто Алексей. Мистер, можно фотку и кружочек в ТГшку. Это реально туалет. Это реально туалет. Да, я карспотинг сделаю. Такой же, как ты мне делал? Хьюто. Это сбили. Ёб твою мать.
Воздушкой просто кутарил под птицу. Я видел лазер у тебя на голове. Красный. Опа, суки, охуели. РПГ в нас запустили, гандоны. Вон, там на 9 этаже, походу, кто-то. Ты видел, как я огнетушителем залил? Да-да-да. Пацанов. Я хотел с собой взять в багажник, чтобы тебя залить тоже. У тебя в машине? Пожалуйста. А он азотовый, он без этого. А, да? Тогда не надо. Дай я проверю багажник. Он не оставляет следов. Там только наши футболки парные. Мечтаю с ним в машине под эту музыку ехать. Финики? Чересно, прокисшие. Нормально, здорово тебе. Очень сильно хочется ездить. Качайся, без... Я очень сильно проголодался. На всех хватит, там нужно продолжать вчерашний завод. Не буду. Это... Не, ну только не это, там вода какая-то странная, грязная. Ну, просто вино уже, понял, начала. Забродила уже? Не, красная опасно стрелять. Красная из винограда делают. Она будет пачкаться. Вишня, черешня. Самая сладкая, понял? Самая вишенка на торте. Ну, куплено, под закрытие, да? А там, где... Мы вот... просто зашли, поняли, что нам ничего не надо. Короче, смотри, чем суть. Мне нельзя в холодную воду. Ну и чё? Все болеют. Лёх, хватит уже. Только не скидывай меня, ладно, завтра? Не буду. Смотри, как чат решит. Как же ты просто с себя все эти снял. Да хватит тебе машину разбирать, токсикоман. Бензобак нюхает. Я просто понял, какую у тебя залили. Качественный залит. Реально, сотый, хороший. А если сейчас пишут Лёху за борт, что делать? Вы понимаете то, что я нам одну задачу на стрим снял покупку черешни. Я уже с черешней приехал. И все съел. Я тебя угощал. Осталось только арбуз, получается? Можно сок вот этой черешневый выйти. Прям тоже уже тут почти? По идее. Безумно хочу есть, пацаны. Сегодня стрим без еды. Официально. Вот это самое вкусное, пожалуйста, это самый сок. Пожалуйста, дайте цинус какой-нибудь пожрать. Вот. Поэтому ты мне в носок просто налил сейчас пол соуса этого. Ладно, дай выкину. Сегодня у меня одна из самых патовых ситуаций. У меня все прекрасно. Арбуз, наоборот, чистит. Не, я не дрещу, я просто очень срать хочу. Короче, рассказывай. Давай. Выезжаю к стоматологу. Чёрт, у хозяев в руках, да ну нахуй. И буквально вот у меня остается минута до выхода, и я такой, ну чувствую, чуть-чуть хочу в туалет. Ладно, не пойду, схожу, если что, в больницу. Только захожу в здание парковки, у меня холодный пот, срака напряглась, говно уже с нос показывает. Я завожу машину, понимаешь, что я не дотяну до больницы. Я вот так подтягиваю штаны, напрягаю жопу и вот так. До третьего этажа и до спары вот так где-то. О май гаднес. Туалет, да, очень жестко. И благовать. Что вот есть люди, которым у них по расписанию нахуй очко раздвигается и говно оттуда вылазит, понял? Я вообще не понимаю. Ты можешь держать в себе? Вот как не... Просто хочу срать, понимаешь, что хочу срать? Допустим. Перехочу. 5 минут потерпел, не хочу срать. Потом через час опять приспичит. Так хоть, ну, вот спокойно, ну, 3 дня я так могу не срать, спокойно. Я на итоге 4 дня не срал. А как же у меня Slipknot играет, понял, на всю катушку. На всю катушку. Да не надо, ну жалко же, нет. Резину тебе не жалко, что? Саня. А вот, смотри. Это он что, выночный трек? Ой, что-то он очень расстроенный какой-то. Рабочий день закончился, хотел еще обработать. Он спылил, братанчик. Загрязнил все. Что ты? Что там гонял? А может он не знает, куда ехать просто? Не знает. Вау! Бомбу кляк! Заново! Заново, это я не говорил. Надо было туда. Реально? Бомбу кляк. Мы на МКАД выехали. А Горилыч за нами. Твою ж мать! Разворот! Он просто кайфует. Как ему поебать. Вот нам сюда, где фура, только не в нее. Ой, у тебя жизнь вообще кайф, да? Куда ты, ёпты? Тут 2 полосы. Придурок, а? Да ты ослина, ёпты, тут 2 полосы. Бам-бам-бам! Нихера, газель, шушка. Спасибо за детство. Я был сегодня там, но ты меня не узнал. Здорово. Пошли жрать. Кофейня, блядь! У него озорное настроение. Очень озорное настроение. Рокерское. Горел, что забыли. Ты сын дерьма, это что, спрятался ты или что? Это должно быть.
Безумно хочется пойти в поход. Блядь, безумно можно быть первым. Безумно хочется пойти в поход вот с такой огромной палаткой. Поняли, всем вместе куда-нибудь пойти с ребятами в горы, либо куда-нибудь, ну просто куда-нибудь, ну по воле куда-нибудь. Просто покайфовать. Это стартовский вайп. Гамак на лодке растянуть, Лёв. Что такое, кафтан, да? Возьми... Стоп, вот это возьми... нам надо, вот это нам надо, вот это нам надо. 100%, бери. Ага, 3000. Да, возьми, я в бензинговый автомат. А вот это? О май гаднес! Бы вещи бы некуда было положить. Да как некуда-то? Ну, на спину. Вот ну только сюда. Вот сюда на это и рассчитано. Пошли, нужно тебе. Подожди, а у нас. Взять. Да, Сань, надо завозить с каждым, блядь, прибором, который мы видим. Он закрывается. Да, напугал меня. Через 20 минут закрывается. Серьезно? Да. Ну, значит, завтра с утра. Давай палатку. Сань, проверка палаток. Данила, не время. Не время. Палатку нам нужно будет купить, когда у нас на плоту будет выживание. Мы где спать-то будем. О, чувак, ты что-то понимаешь. А вот эта палатка как тебе? Ну-ка, зайди, сколько ты там продеешь по месяц, чисто в теории. Знаешь, для чего нужен, ну, вот как на бы... На выживание вот это было бы? Если бы вот это было бы, на выживание. Но нам повезло то, что самолет вот этот, который бля, упал на нас... если бы у нас вот это вот было бы... На выживание? Нет, на плоту, просто... На плоту. Нет, на выживание в условиях дикой природы, находясь охуенно. В такой палатке, ты потеешь примерно за одну минуту. Сноп и до галактики. Охуенно. Вот нам такая нужна, пацаны. Лёха, ты знаешь, для чего вот расстояние от Земли? Потому что Земля тепло не дает, понимаешь? Земля забирает тепло. Забирает тепло. Все верно. И нельзя лежать на металле. И букашки не заберутся на тебя. Это не заберутся. Знаешь что? Можно дерево стелить и на дереве лежать, потому что дерево тепло отдает. Там из еды только ебаные протеиновые батончики для накачанных мужиков. Я не такой. Я тоже не такой. Бородеич, остался ты. Пошлите. Пойдем? А если вот чисто... Вот, чисто, нам, вот нам вот такой пол нужен, Саня. Нет, вот чисто теоретически. Вот, такой чисто теоретически, а вот если мы... Подожди, стой. Если бы мы сейчас залезли в палатку, закидались бы там пледами и вот со стримом остались бы до момента закрытия магазина. И потом стрим из полицейского участка. Я готов. Из полицейского. Клянусь, я готов. Я не готов, потому что мне надо будет ехать в аэропорт отвозить Настиных родителей. Смотри, утварь. Утварь, утварь, блядь. Давай это сделаем. А? Давай сделаем. Круто, да? Бля, как же нам просто в полицейском участке грозит. Я думаю, что от 5 до 10 лет строгого. Я думаю, что первый подписчик звонит просто в Декатлон и говорит, у вас в палатке. Ну нахуй ты это сказал. Вот нахуй ты это сказал. От 5 до 10 лет, Лёх, строгого выговора от отца. Есть зажигалка? Или спички какие-то, может? Надо кое-что проверить. Туалетник? Это не душевая? Это душ. Ну можно и как туалет использовать. Можно. И как кабину душевую. Слышь, что? А у тебя есть термос? Или термостат, может? Дома? Да. Нету. For real? Ну, потерялся, скорее всего. Потерялся? А зачем нам 30 градусов термос? Саныч, теплого чаю, когда Лёша замерзнет в очередной раз. Тоже куда? Положь! Протеиновая, я теперь накачаюсь. Знаете, что мне очень нравится? То, что мы в очередной раз просто ходим и ничего не берем. Да потому что вы завозите, пошли рифовые тапки. Все, ни одного завоза, Лёх. Я просто иду и ищу нахуй, я вообще не завожу. Я на голодном сейчас. Лёх, по секрету ты меня заводишь. Чувак. Только никому. О, Саныч, а вот такие лапти. Это самые невкусные печеньки. Слышь, вот такие лапти. Я не понял? Ладно, да, ты прав. Пойдем, чувак. Нам нужны рифовые тапки. Лёх, ну на самом деле можно тебе взять вот эту. Без покрышки. Слушай, я внутрянка. Что это? Сеть. Это рыболовная. Вот для рифов. Для рифов. Для рифов и панчиков. Это для рофлов, похоже. Вот если бы мы на таком сплавлялись, в Москве. Делаешь, делаешь, но. Кстати, вот это мы хотели купить. Не нужно. А никакого списка. А, панамы нам надо. Да не, у меня есть. У меня есть много крутых разных панам. Ага, вопрос, а с лодкой что? Он туда походу. Нет, для вас у меня нет панам. Да в смысле рифовые лапки здесь? Рифовые лапки. Лёх, ты не в курсе по поводу верблюжьей лапки? Сейчас какие-то новости ходят? Нет. Нет? Нигде не видно, нигде не слыхано. Верблюжье копытце вот это такое. Его обрили. Межножье. Из-за дела, которое ты купил, верблюда побрили. И он один ходит, его стая выгнали. Он один ходит, стая голову. Стая выгнали верблюда? И кто вот руководил стил этим? Изгнание. Вот обычные рифовые лапки, 1100 рублей. Слушай, вот эти тяги коралловые, подожди. Вот такие кораллки. Вот, 44, 45. Саныч, я такие даже понял, и так в повседневной... Ты правильно понимаешь, у меня про вот эти тяги понадобятся? Я понимаю, вот в повседневной жизни, Лёх, оценка вот этих тяг. У меня в школе такие люди ходили, такие, бегали. А ты как будто, блядь, не ходи. Я, к сожалению, плохие ребята их чморили. А вот смотри. Такие, как ты?
Так ты как будто ты был 1300. Тем, кто носил вот эти тяги. 1300. Суба. Суба? Это супа выпустил? После бургеров? Бери себе. Ай, бля. Смотрите, Пов, я Горилыч. О, перчатки, это те же самые перчатки, которые, ну, бля, мне их... Перчатки, это только без пальцев. Да, перчатки, что ли? А, это для детей без пальцев. Это для детей без пальцев. А, это для детей без пальцев перчатки. О, да, ложка. А что ложка? Странная, я такой не кушал еще. Ну, где ты не прав. Маловато тяги. Есть ощущение, что как только ты надеваешь, сразу же твоя голова окунается в туалет школьный? Нет? Ты их только одеваешь и видишь, как все вокруг тебя из ручки достают стержень. И просто харкают. Откручивают кусочек пластика, угол бумажки в рот. И вот так летит сразу. А вот, ребят, а вот. А, для женщин. А, бля. Ну зачем? Нахуя ты? Тут все испортил. Моркошки, друзья. Лех, на трико взять какое-то спортивное. Взять и не померить, погоди. Башмаки. Лех, можешь на них пойти сейчас? Как меняться? Стиль Лехи, кореш. 2024. От обычного простачка парня до вайпера. Демона. Чё вы угораете? Это Канни Вест, это вот эти... Знаешь, на кого он похож? На Фунтика. Тебе ещё и под цвет майки как-то контрастирует. Ну да. То, что майки. Вот я в них пойду. Блять, копайся. Майкер. Хорошие вообще. Средняка вернулся. Ребята, блять, там такие, блять, были, блять, шарты, вы не поверите. Рад вас видеть, нахуй. Что ты такой чистый? Помылся, блять, все. Вы охуеете, ребят. Я думал, не вернусь. Мы сейчас делаем, мы сейчас будем делать любимый контент зрителей. Плавать. Мы идем во вкусный тон для машины. Тебе в шахту зачем сандали? Удобные, чтоб по этим, по лаве перемещаться. Ты, ну, что написано? Не стой под грузом. Не верю, что фонарь работает. Чего? Он работает. Ты включил? Ой, да, ну. Так я же с шахты пришел. А ты где каску взял? А? Каску где взял? В смысле где? Я шахтер, ебаный в рот. Леха, сколько раз тебе говорить? Ты думаешь, я в игрушки дома играю хуйней, занимаюсь какой-то? Блядь, Кира плачет с собачкой вместе в обнимку. Пока, блядь, муж задыхается от угольной пыли, блядь, на этой, на шахте. Бля, мы просто, типа, это что, завозной проход по магазинам? Блядь, боком повернись. Но ты реально грандмастер бит вот этот самый. Встань, смотри, какие покерные, тактические. Нет, так похлеще будет. Завтра то, что 30 градусов, может моментами к вечеру похолодать. Флисовые брюки. Ну, кстати, не смешно. А ты что, с выпускного приехал? Ты все еще про возраст пишешь? Настя, 9 класс закончил. Флисовые брюки. Ты выронил свои эти вьетнамки. На кого похож? На лесника какого-то, знает, на охотника. Правильно, Борис Береста. Уф. Вот так плюс-минус мы должны выглядеть. Так можешь просто вот этот комплект взять, 21 тысяча всего за все. Вот этим что? Он уже взял вот жилет спиннингиста называется. Да ты ебанутый мусорман. Тебе тут по словарику в каждый карманчик. У тебя и тут смотри сколько карманов. И в трусах сидеть перед камерой. Сейчас у меня такое, сейчас у меня что-то упало. Напоминалка. Напоминалка. Понял, когда полицейский остановил, начал обыскидать, да, в все задался. Да иди нахуй. Смотри, название. Вроде журналистов, нарушителей много. Ой, в ковчеге? Она сейчас закроет магазин, посмотрите, уже время. Смотри, он говорит, что я шахтер-новичок. Ты знаешь, на кого похож? Из Лунтика был такой этот крот. Я не смотрел Лунтик. Да. Блядь. Он уснул. Покажи. Блядь. У нас несколько минут до закрытия, ребят. Кассы закрываются. Шляпа какая-то моя была, я не украл ее, честно слово говорю. А Костя пробил свою печеньку? Я до этого покупал ее просто. Нет, ты ее вроде не покупал, Лёх. Ты вроде в карман куда-то убрал. Какой? У меня сказал, ничего нет. Сказал, что в магазинах можно есть и не платить. Такое было. А, нет, вот еще возьмите, пожалуйста. У меня друг просто, он сел и хотел вынести. Большой такой. Не хотел оплачивать мой друг, вот товарищ. Можете пробить, пожалуйста. Он сел, да, не хотел оплатить. Мы с другом пополам съели, но я сказал, надо платить, он говорит, не буду. Ну да, я не хотел платить за печеньку. Ну и так магазин много денег зарабатывает. Согласен. Вот мы сейчас сколько с покупки принесли? Сколько? Очень много. 5612 рублей. Ну.
А если по, что, по закупу? За 100 рублей жалко? По закупу там на 1000 все обошлось. Получается, маржу, если вычесть, то мы еще и в плюсе магазин оставили. Получается, они нас обокрали. А ну-ка, зовите охрану. Ты сейчас и мама идет охранять. Зовите меня. Держите, парень. Пойдем, вкусная точка здесь. Конечно. На. А как, блядь, загорелся. Сука, наконец-то. Мой любимый контент. Что-то возмущен тем, что мы до сих пор не в Макдональдсе и не завозим. Ты не хочешь себе такую же сделать, сережку? Сережку? Да. Так просто он-то любит, когда его в жопу будет, а я нет. Нет. Подождите, сейчас ответ. Давай, дебаты, Трамп и Байден, давай. Давай, я Байден. Если одна сережка справа, так, значит, ты принимать жопу любишь. А у тебя? Если одна сережка слева, значит, не любишь. Нормально. Одно на другое. А две сережки, ты такой типа. Где-то между. Не определился. Так определяйся. Ты нормальный пацан, но нравится. Нет. Да? Вот отсюда выстраиваются очередь из парней, вот туда очередь из девчонок. Реально же был такой. Тебе нужно понимать, когда какое время. Пояснять надо было. Мне пояснял. Реально? Я первый раз ухо прокалывал и проколол правое случайно, не знаю. Реально? Пришел во двор, мне говорят, где корабль пиратский? Я говорю, какой еще пиратский корабль? Все. Бум-буклак! Напиздили меня. Если заглушишь, что ты... Блять, не успел. Шахтер, на магнитах? За это сажают в тюрьму. Он говорит, у меня... связи, он говорит, так нельзя говорить, ты чего? Все люди равны перед законом. Что такое? Вы за хмель? Что за хуйня? Ну разве вот, мотоцикл так может разве? Как? Ну, я считаю, что... Типа стант называется, есть даже мероприятие. Вот это так может работать? На этом я так не смогу, я в принципе так не умею, но так же, как и на машине тоже так не умею, но цикл тоже так я делаю. Я уже позвонил в полицию, Sorry. А какая-то музыка играет, когда вы едете? Нет. А огненный след остается? Нет. У меня вопрос, быстро, срочно. Да. Он же только подъехал. Да. Он припарковался, мы с ним позвонили, он уехал. Он хотел, чтобы его подожди, спросили. Это позвозной какой-то ваш, блядь. А актер, вы уже актеров нанимаете? Нахуя он приехал, встал и уехал. Не, блядь, мы что, в матрице какой-то находимся? Мягко дороги пусть и сушат алкоголь твои до конца дней, блядь. Ну да. Но я должен приехать еще. Мягкой дороги пусть твоя машина тебя прослушает до конца дней. Мягкой дороги пусть эта руль, блядь, не крутится до конца дней. Да, мы сейчас бесконечно будем завозить. Выходи. Все двери открываем. Все открывай. А он газонет закрыл? Нихуя он не газонет. Когда горилыч, ты газовал. Слышишь ты? Каска, блядь. Фонарь. Не сможет. Не сделает. А он бы не сделал. Запасил. Социальная инженерия. Смотри. Давай об меня. Блядь. Это мухоловка, я называю эти машины, блядь. Ни гвоздя, ни жезла, блядь, ни движка, ни хуя. Прыгай. Это самый момент, в котором кто-то должен пристегнуться. Все. Ты хочешь какой-то завоз делать? Блядь. Да ну идешь там нахуй. Сань, да, блядь, тошнота ебучая, блядь, перед Макдональдсом прям. Да ну нахуй. God damn, управляемость. Тише. Да, блядь. Ставьте лайки. Пишите комментарии, подпишитесь на канал, ну и сделайте все вот эти ютуберские штуки за то, что, ну, парни стараются, делают видосы для вас, для нас, для всех.